Всем привет, с вами Фиберст, и мы сегодня будем рассказывать об Ирпите. Ну а мы можем начинать. Байропкит входит в великую восьмерку, ребят. У нас не четверка, я уже говорю, уже сейчас, а восьмерка из... Есть я, Робкет, Бэмакс, Дэнни Алой, Бэс Суслик, Дон Дрим, что-то там и... Я забыл, пацаны, кто-то восьмой. Вроде Волберт я... Ладно, не суть, ребят, попозже об этом поговорим. Наверное, не в этом видео. Ну ладно, Байропкит, большая легенда. Байропкит начал свой путь достаточно-таки давненько еще. Во времена коронавируса. Байропкит, он в последнее время начал снимать очень-очень-очень-очень много битв. Хотя я который снимаю постоянно битвы. Да-да. Ну, короче, Байропкита очень хороший монтаж. Достаточно хорошая ава. Видео его набирают достаточно хорошие просмотры. Самый популярный шорт с Байропкита — это Beyblade Burst Ghost Strike трейлер. А самый популярный в шортах — это про Бейоса Паригона. Вот так вот, ребят. Вот такая вот фигня. У него хороший монтаж. Защитные шорты. Шорты, конечно. У него, как и у Баймакса, у него тоже хороший монтаж. Так что Сава он тоже очень хорошо поработал, как и с этой шапкой канала. Так что Байропкита не стоит недооценивать. Он очень хороший байтумер. Байропкит имеет 467 подписчиков. Скоро у нас догонит с Баймаксом. Но время покажет. Ну что ж, ребят, вот такое получилось мнение. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо, всем удачи и всем пока.